Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту бонуснику Profit Club, где мы раз в 10 минут собираем бонус. Нам начисляется денежка. Ну и раз в неделю мы выводим. Вывод производится по воскресеньям. Что хочу сказать, все замечательно. Бонусник платит. Вывод не вот очередной пришел. Значит, сегодня 26 ноября ночью. 24 минуты первого выходит. Перевод выполнен 75 рублей 28 копеек. Комментарий. Выплата с проекта. profitclubbonus.ru. Все замечательно. Значит, ну как бонус получать, я вам показывала. Кто не знает, нажимаете подарок. Здесь у вас будет вкладочка «Активировать». Нажимаете «Активировать», разгадываете капчу и получаете бонус. Вот я сегодня уже получила, как бы вот 3 копейки мне капнуло. Далее что, друзья? По поводу вывода, что хочу сказать. Нужно, прежде чем, чтобы получить денежку, теперь оставлять отзыв на форуме. Нажимаю «Вывести». Сейчас я вам покажу. Значит, вкладочку «Вывести». Ну, вот у меня 4. Я их выводить не буду, я просто вам показываю, как это делается. Значит, читайте вот эту вот всю информацию. Вот с 13.11 введено новое правило. Для того, чтобы вывести с проекта деньги, нужно обязательно опубликовать отзыв о платежеспособности Profit Club на форуме. Я уже вывела отсюда 363 рубля. Значит, вы нажимаете вкладочку «Я принимаю правила». Далее сюда указываете сумму, сюда платежный пароль. Далее что здесь пишут? Вы приняли условия новых правил. И здесь несколько форумов, на которых на одном из любых нужно обязательно зарегистрироваться. Сами посмотрите, какой вам более подойдет, на том и зарегистрируйтесь. Я же зарегистрировалась на форуме, вот на таком форум investmoney.ru. Вот на таком я зарегистрировалась, я оставила отзыв, оставляла. И что? Вот здесь вот люди, вот мой отзыв, приветствую, друзья, как бы... Вот. И не одна я. Вот пошли отзывы, потому что бонус нехороший, и администрация дорожит своей репутацией, поэтому вот такое вот правило. И вот все оставляют отзывы. Далее сюда оставляете, пишите отзыв. Сюда скриншот. Можно прикрепить файл. Пишите, прикрепляете файл. Так, здесь галочка, нажимаете «Отправить». Далее копируете вот эту, вы отправили отзыв, например, да? Вот, копируете ссылочку, возвращайтесь обратно на проект. Сюда вы прописываете свой логин, по которому регистрировались на форуме. Вот. Укажите ваш логин на форуме. Обязательно прописывайте свой логин. И сюда, в нижнюю строчечку, ссылка на отзыв. Как я вам говорила, копируете ссылочку. Сюда вставляете эту ссылку. Сюда логин. Нажимаете «Заказать выплату». И по воскресеньям, как и положено, по регламенту, как бы вывод производится. Вот таким вот образом мы теперь... заказываем вывод. Естественно, я вот этот вывод сделаю скриншот. Вот
Видео вот это я запишу, как бы тоже ссылочку отправлю и опубликую вот на форуме. И вот мой логин как бы здесь, Елена 75. Все замечательно, бонусник платит. Кому интересно, пользуйтесь абсолютно без вложений. Но меня, ну как без вложений, сначала без вложений, потом меня попросили проплатить. Сколько, не помню, 70 рублей вроде бы, единоразово это, друзья, все делается. Конечно, я заплатила денежку, потому что я уже с более 300 рублей вывела, 363 рубля. Вот, как бы, почему бы и не заплатить. Вот, и продолжаю собирать бонус. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Надеюсь, моя информация была вам полезна. До новых встреч!